Добрый вечер всем. Сегодня я решил сделать видеообзор о беспроводных зарядках, как их разобрать, что у них там внутри. Сейчас будем все смотреть. В общем, они приехали, довольно такие на вид очень прикольные, красивые, но не работают. Вернее, они работают, но зарядка не идет. Показывает, что идет, но не идет. Есть такие для Android и для iPhone. Сейчас будем смотреть, что у них внутри. Так, поехали. Какую начнем? Круглую или квадратную? Наверное, возьмем квадратную, она побольше. Будем скрывать. Так, скрывается довольно очень легко. Кстати, так, что у нас там? У нас внутри корпус двух частей, маленькая платка и, собственно, сама спираль. Будем ее тоже отцеплять. Все отцепим. Так, все немного поломалось. Ну, ничего. Так. Снимаем. Так. Вот такая вот штука у нас внутри. Так, сейчас мы откусим. Так, собственно, плата с кучей всякой микросхем и просто провод намотанный, причем намотка идет, сейчас будем смотреть, каким проводом. Сейчас мы его зачистим и все будет видно. Так, это у нас многожильный, ого, очень тонкие-тонкие жилки, много тонких жил, многожильный провод. Так, сейчас замерим его сечение. Он бумажной изоляции, тропяной. Сечение провода 1 мм ровно. Да, ровно, это в изоляции. Без изоляции может быть немножко меньше. Ну, плюс-минус. Жил очень много. Так, эта штука у нас по диаметру. Сейчас будем мерить, что у нас здесь. Так, диаметр... Здесь 50 миллиметров, диаметр самой спиральки у нас 43 миллиметра. Так, все внутри, здесь есть какое-то отверстие маленькое, где-то в районе 5 миллиметров, сейчас замерим. Да, 5 миллиметров внутри диаметр, и внутри сама спиралька у нас 20 миллиметров, да. Все, я сейчас еще замеряем длину провода. Это, собственно, для тех, кто хотел бы сам попробовать сделать в своих домашних условиях. Мы померяем все параметры беспроводной зарядки. Сейчас мы снимем провод и замеряем его длину. Сколько здесь длина его этого провода. Мы его сняли, сейчас будем мерить. Так, мерить будем мы 10 сантиметров. Так, выставим. Так, 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 10. Так, здесь 10, будем так складывать примерно. 70, 80, 90, ну, метр, да, если еще взять кончики, которые припаяны, то получается длина провода ровно 1 метр. Вот и все. Все, что было у нас внутри в этой зарядке. Так, мы ее отложим в сторону. Теперь возьмем, будем разбирать наш приемник для зарядки. Так. Он запаян. Сейчас мы его откроем. Так, здесь поинтереснее, что у нас внутри. Ну, суть та же самая. У нас идет микросхема, идет коннектор и сама, собственно, приемная катушка.
Фирменная катушка сделана с двух жил. Двух жил, да. Причем они спаренные идут, то есть одна возле второй. Одна возле второй. Так, размеры. Размеры приемника у нас идут 33 миллиметра на 28 миллиметров. Так, сечение кабеля. Сейчас мы их разделим, чтобы замерить одну жилу. Потому что их тут две, нам только одна нужна. Или две, можно две замерить. Так, так, сечение очень маленькое. 0,4 миллиметра. Да, 0,4. Если точно не заметить. Да. Да, 0,4 миллиметра. Вот и все. Кабеля здесь побольше будет. Могу тоже размотать. Посмотрим, сколько здесь кабеля. Так. Метр 30 длина кабеля. Вот так. В принципе, все. С этой стороны какая-то черная. Сейчас мы еще ее оторвем от черной этой штуки. Так. Да. Да, ну так-то это черная защитная пленка, видимо. Да, пленка защитная. Если вы увидели, из чего состоит зарядка, целью чего было это видео, то поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч!